Ну что, здравствуйте, друзья! Сегодня по плану у нас поход на концерт. Я уже говорила в прошлом видео о том, что нас пригласили на концерт в соседний город. И сегодня такой дождь, который не прекращается ни на одну минуту, но за нами приехали, и мы выезжаем. Да, за окном погодка та еще. Ну, а мы спускаемся. Компания в сборе. И за окном киви. Ну что, готовы? Ну что, наконец-то наша компания прибыла. Но прибыла к ресторану. Нас подвезли покормить перед концертом. Сейчас все выйдут, и мы зайдем в вот такой прекрасный ресторан, который называется Хелен. Хелен. А вот такая красота. И вся наша компания нас уже стала чуть больше. Вот еще девушка с сыночком прибыла. К нашей компании прибавилась. Известных событий, которые произошли в Одессе 23 апреля, когда ракеты попали в дом, и многие люди, конечно, стали уезжать. И подруга нашей Саши, которая с нами, в общем, приехала к нам, и сейчас она вместе со своим сыночком, с нашей компанией, поэтому вот все мы дружно идем в ресторан. Вот такое уютное место. И вот мы заходим. О, много людей. Вот вниз идем. О, как здесь красиво. Уютно. Можно подумать. В общем. Нам принесли меню. Дальше еще зал. Сейчас будем выбирать. Что тут интересно, мы сейчас посмотрим. Салаты. Это тоже спроси. И супы. Ну и все остальное. Все делают заказ, а мы пока пьем кофе. Ах, как здесь оригинально, красиво, такая орхидея. И вот такое праздничное пасхальное блюдо. Такие картины здесь очень красивые. Здесь зимняя такая картина. Лошади. В общем, очень-очень здесь красиво. Ну и, конечно, тюльпанчики здесь живые. Уюта, конечно, придает вот этот вот камин. Такой оригинальный, красивый камин с дровишками. Вот какая красивая кибана с орхидеями. Вышла на террасу, а здесь такая красота. Посмотрите, какое здесь дерево. Ой, какое оно красивое. И вообще здесь такой лес. Красивый такой лесочек. В общем, красота неимоверная. Но дождь идет. А люстра здесь вся в розочках. Красивый такой дизайн. Там внизу такая речушка. Но здесь вид открывается красивый. Сейчас мы глянем,
с другой стороны. Ой, какая красота! Красота неимоверная. Жалко, погода сегодня подвела. Коньяк вот так подают, коньячок. Ах. Угу. Да. В общем, концерт обещает быть хорошим. И вот такие вкусняшки. У девочек другое. У детей другое, да? Пирс. Создаваем Изамир во всем мире. Все, а теперь едем на концерт. Бедная дальше, а погода не улучшается. Дождь как был, так и продолжается целый день. И вот мы пришли. И сейчас заходим. Концерт симфонического оркестра. А за роялем Петру Пане. Вот афиша Петру Пане. Вот он. И вот мы находимся в филармонии. Вся наша группа. Вот фортепиано. Мы сейчас отправляемся на концерт, но в зале нам сказали, что снимать нельзя, поэтому уж как получится. Вся наша компания. Наш Петру. Вот он. Да, сейчас фото. Сейчас будет фото. Very super концерт. Класс. Ну что, девчонки, довольны? Вам понравилось? Да. Мы довольны, едем домой. Вечерний Бакао. Но они там